Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем на Родина РП Центральный Округ. Сегодня будет очень такая интересная разговорная серия, поэтому, пацаны, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Насчет конкурса, конкурс я анонсирую уже в следующем видео, вы все-таки смогли набрать 50 лайков, но давайте постараемся здесь тоже показать очень хороший актив, потому что серия реально интересная, и мы обсудим реально очень важную тему. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте вводить маник при регистрации, если вы будете только начинать играть на Родине. Также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Все ссылочки есть в описании. Желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Итак, пацаны, я буквально недавно зашел на сервак и обнаружил то, что увеличили слоты на первом серваке. Именно на том серваке, где я играю. Просто смотрите на онлайн. Онлайн 637. А был 650 чем-то, короче. Скриншоты я тоже вам покажу. Что я хотел вам рассказать вообще, пацаны, то, что это реально круто, Родина сделала 700 слотов, и у них сервак почти забивался уже, первый сервак. И на других серверах онлайн тоже не упал, просто Родина красавчики. У них сейчас еще X3 Payday и X3 Донат, поэтому, кто еще не играет на Родине, можете заходить. Сегодня только один день будет действовать эта акция, X3 день и X3 Донат, поэтому, кто хочет начать играть на Родине, это очень хороший шанс для вас, чтобы как бы прокачать уровень, если хотите задонатить, можете задонатить, потому что здесь донат очень даже хороший и много денег дают. Родина просто наступает на пятки конкурентам, потому что онлайн составлял сегодня, по-моему, рекордный, получается 1800 с чем-то, по-моему, 1850 онлайн был, и это очень даже неплохо, учитывая то, что всего слотов получается на Родине 2200, и онлайн был там почти 1900, понимаете, насколько это круто. Я просто уже жду того момента, когда сервак забьется под 700, а всего у Родины, по-моему, если я не ошибаюсь, 4 сервера, на 3 по 500 получается статов, и получается на первом серваке 700 слотов. И вместе у нас получается 2200 слотов. Вот я уже хотел бы, чтобы эти слоты полностью забились, но на Родине очень поднялся онлайн, прям очень сильно, особенно на первом серваке. Да и в общем, походу, Родина решили поставить рекорд по онлайну, потому что, ну, они нигде не предупреждали о том, что увеличат слоты, то, что там будет только слоты увеличены на первом серваке. Об этом никто вообще ничего не говорил. Было только сказано о том, что будет X3 Payday и X3 Донат, а про увеличение слотов вообще никто ни слова не сказал. Я просто такой захожу, такой не понял, типа, что такое онлайн большой, типа. Потом смотрю в лаунчере, а там оказывается 700 слотов. Я реально очень был приятно удивлен. И сейчас какой-то баг, я не знаю, с чем это связано, но я не могу, получается, заспавниться в доме. Ну, вообще никак не могу заспавниться в доме. Прям, как бы я ни старался, я почему-то проваливаюсь через, получается, текстуру и просто падаю. Что, пацаны, я хотел вообще сказать этим видео, то, что Родина, во-первых, реально красавчики, то, что решили попробовать и сделали 700 слотов. Во-вторых, я уверен, то, что когда выйдет глобальное обновление, то на Родине онлайн будет просто полностью забит. Я уверен, то, что когда выйдет КО, здесь я увижу 700 онлайн, это 100%. Всем советую просто пойти играть на Родину, потому что Родина красавчики, они стараются, они уже увеличили слоты, они занимаются глобальным обновлением, будет новая карта, будет голосовой чат, и все, возможно, это выйдет уже в этом месяце. Поэтому, кто еще не играл или хочет поиграть на Родине, сейчас самое время, потому что вы можете перед КО накопить деньги, прокачать уровень там и так далее. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока.